В Уральске определили судьбу недостроенного следственного изолятора на 1500 мест. Его строительство было начато по заказу МВД 10 лет назад. На стройку затратили 9 миллиардов тенге, но сдача объекта затянулась из-за судебных разбирательств. Между тем, 4 года назад район стал активно застраиваться жилыми домами, и строительство режимного объекта в данной местности стало уже нецелесообразным. Недострой был передан на баланс местных властей, они решили переоборудовать здание под другие нужды города. Как было подсчитано, для этого требуется еще 7 миллиардов тенге. На данный момент готовность объекта составляет более 70%. На сегодняшний день рассматривается возможность использования под нужды департамента полиции и территориальной обороны. Средства на сегодняшний день мы предусматриваем на начало проектирования. Думаю, до конца года у нас проект завершим мы и на следующий год начнем работы по завершению данного объекта.